как сделать паузу. Вот смотрите, допустим, муж разгневан, он врывается в вашу комнату. Не смотрите ему в глаза. Ручку подними, кто говорит, чтобы я видел, с кем разговаривает. Как сделать паузу? Вы, да? Пониже, смотрите. Вы, да? Да. Угу. С вами общаемся. Муж, допустим, разгневан, он врывается в комнату, не смотрите в глаза. Если вы в глаза событию посмотрели, вы тоже будете разгневаны. Все. То есть первое, что нужно сделать, не нужно поддаваться. Не вступайте в бой. То есть не надо грудь нараспашку, как бы сейчас тебе тоже скажу. Не надо, не смотрите в глаза. Вырывается, сейчас я тебе устрою. Если успели не посмотреть, у вас появится возможность сбежать от этой ситуации. И вы скажете, хорошо, хорошо, но сейчас мне надо в туалет. Вы бежите в туалет, закрываетесь там. Потому что гнев, вот этот пиковый гнев, он длится всего максимум 1,5-2 минуты. А потом начинается спад. И вы уже выиграли время. И вы также, когда выиграли время, вы потом сможете уже понять, что делать вот в этой ситуации. Или не выходить из туалета совсем, первый вариант. Второй вариант, выходить и сразу бежать к нему и сказать, прости, 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 я виновата. Или близко очень, или очень далеко в этом случае. То есть, понимаете, я крайний случай вам привел, что есть событие, оно действует на человека. Когда уже подействовало на человеку событие, то уже ничего не сделаешь. Придется сделать ответную реакцию, это автомат, действует автомат. Я ему уже все сказала. Но когда вы опомнились, уже опомнились, в этот момент нам немедленно надо просить прощения. Ну что, ребенок же тоже выводит из себя, так же, как муж. Вот ребенок заплакал во время лекции, допустим. Что делать? Надо смоделировать ситуацию. Вот что бы я делала сейчас, если мне грустно? Я 3 часа уже сижу здесь в теле ребенка. Ну что мне делать? Плакать только остается. Вообще, как он вообще здесь терпит это сидит? А? Что рядом? Надо сначала моделировать ситуацию, чтобы понять объем работы. Объем работы такой, ребенок уже совсем задолбался на этой лекции. Вот и вы будете знать уже, сколько сил надо вложить, чтобы с ним дальше на лекции сидеть. Или, может быть, лучше выйти. Потому что ребенок, может быть, не выдержит уже. Скажите, а как наказывать, если сам добрый? Нет такого слова «доброта» с позиции наказывать, с точки зрения наказывать. Потому что наказание является самым высшим проявлением доброты. Я когда молился и пытался увидеть самое лучшее состояние, самое милостивое состояние своего наставника, я просил в своем сердце, чтобы он показал мне самое милостивое лицо свое, самую большую милость, которая только у него есть. И Бог мне открыл это знание. Он мне показал моего наставника очень и очень строгим. Просто как камень. Так, хотя он никогда так на меня не смотрит. Очень строгим, как камень его взгляд. И в этот момент у меня сердце начало трепетать, трепетать, трепетать. А потом я раз остановил его, остановился, этот взгляд остановил мое сердце. И я понял, что я буду делать так, как надо. Вот это и есть любовь. Самое высшее проявление любви – это строгость. Но есть такое понятие, как слабость сердца. Слабость сердца означает, что человек не понимает это высшее проявление любви. Например, женщина, которая любит по-настоящему своего мужа, она сначала заботится о нем. Эта забота вызывает в ней чувство собственного достоинства и ответственность перед отношениями. И дальше, если она продолжает заботиться о своем муже, несомненно, она будет ему говорить строгие слова. Если женщина не говорит строгие слова мужу, значит, она о нем никогда по-настоящему и не заботилась. Потому что строгие слова она ему будет говорить только из любви, а не из того, что она его ненавидит. Понимаете? То есть
Более высокое проявление любви – это строгость по отношению к другу. Это более развитые отношения между мужчиной и женщиной. Она не только по-шерски его гладит, также говорит ему строгие, но не злобные слова. Строгие и злобные – это разные вещи. Поэтому, если вы настоящую сильную любовь проявите к своему сыну, будете говорить с ним строго, но без злобы. Это сильное чувство, его надо научиться понимать и переживать. А как научиться его контролировать? Контролировать строгость? Нет, гнев. Гнев контролировать невозможно. А как тогда быть с ним, если ребенку показывать свои негативные эмоции, насколько я понимаю? Это нормально. Нельзя. Показать негативные ребенку, эмоции ребенку и потом извиниться. Это нормально. Это означает, что вы будете приучать его к жизни. Потому что ни один человек не может контролировать гнев, когда он уже пошел в развитие. Больше того, в Ведах говорится, даже высшие живые существа, которые себя полностью контролируют, если вдруг гнев у них пошел, они не могут его контролировать. Гнев – это бесконтрольное чувство. Он контролируется, когда уже он останавливается. А? По телефону, как гнев остановить, бросить телефон на пол. Все, очень легко. Сразу останавливается, потому что телефон не работает, некуда орать. Давайте мы будем двигаться дальше, или все время вопросы? Настолько веселая лекция, что у нас одни вопросы. Это Конфуций сказал, очень важно, он не делает другим того, чего он не желает, чтобы ему сделали. По факту мы и не знаем, мы не знаем об этом, чтобы нам сделали, мы об этом даже не знаем. Мы думаем, что нормально я ему говорю. Но вот в этом и проблема заключается, что нет адекватности в этом вопросе. Когда мне сильно хочется чего-то сделать кому-то, это и означает уже насилие. Если мне не захотелось сильно, я успокоил себя, значит, все нормально. Вот, допустим, мне в зале задали вопрос какой-то, и мне сильно хочется ответить. Все, это значит, что я уже себя не контролирую. Надо успокоить сначала себя, а потом отвечать. Иначе никто не получит благо.